Павлодаре завершился громкий процесс по делу братьев, организовавших преступную банду. ОПГ промышляла незаконным игорным бизнесом, а на вырученные деньги скупала дорогие автомобили и элитную недвижимость в Новосибирске и Москве. На скамье подсудимых 10 человек, в том числе главарь преступной группировки и его старший брат. Последнего задержали недавно на территории Алтайского края, где пытался получить фальшивые документы. Обоим братьям суд назначил по 12 лет лишения свободы. Еще двое участников ОПГ осуждены на 9 и 6 лет. Сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 250 миллионов тенге. А сумма теневого оборота в результате совершенного уголовного правонарушения ОПГ более 2,5 миллиарда тенге. Указанные лица приговором суда признаны виновными, их вина полностью доказана.